Вопросы медицины на контроле у президента. Сегодня на заседании Оперштаба говорили о платных и бесплатных медицинских услугах. Вадим Красносельский отметил, к нему поступают жалобы. В некоторых поликлиниках берут деньги за те или иные процедуры. Президент поручил прокурору провести проверку. Хочу предупредить всех главных врачей. Уважаемые главные врачи, ко всем вам обращаются граждане по тем или иным проблемам. Есть платные, есть бесплатные услуги. Внимательно смотрите за категории. Если лицо попадает под категорию и попадает исключительно под бесплатное обеспечение медицинскими услугами, ни в коем случае надо с них взыскивать. Есть закон, то четко категории определены. Я однозначно буду принимать все меры для соблюдения закона в части оказания медицинских услуг. Еще один вопрос медицины. Президент поручил Минздраву сформировать перечень болезней, для которых группа инвалидности будет бессрочной. Вадим Красносельский отметил, люди не должны постоянно подтверждать диагнозы, которые не могут измениться.